Друзья мои, здравствуйте! На моем канале вдруг стала популярной тренировка трехлетней давности про ляжки. И там никакущий звук, он там сильно плохой. И для того, чтобы у вас была альтернатива, я решила записать вот это видео с новой тренировкой для красивых стройных ног. Поэтому, если хотите себе подтянутые такие упругие ножки, тогда are you welcome. Но тем комментаторам, которые вдруг, у которых вот прямо сейчас зачесались ручки, ай да, напишу, что тренировкой невозможно сделать жиросжигание, да вы молодцы, вы абсолютно правы, у меня только к вам лично вопрос, почему вы уже такие умные, но до сих пор еще не избавились от своего лишнего веса. У меня есть ответ на ваш вопрос, что дает реальное жиросжигание, каков его секрет. Если хотите узнать ответ на этот вопрос, тогда голосуйте своими комментариями, своими лайками за это видео, прям внизу пишите, да-да-да, хочу узнать секрет. Главный секрет жиросжигания, и я вам его раскрою в совершенно ближайших видео, вот прям вот-вот. Если вы не подписаны на мой канал, тогда подписывайтесь, чтобы данное видео с полезным советом не пропустить. Но сегодня мы про тренировку, и это для тех, у кого мышцы уже видно, но они еще не в том тонусе, в котором хотелось бы их видеть. Кроме того, про целлюлит. Если вы опять-таки будете писать, дело не в том, что здесь жир, дело в том, что здесь отек, да, и вот вы, комментаторы будущие, тоже абсолютно правы. Но с отеком я тоже знаю, как работать. И еще раз подчеркну, что данное видео с тренировкой для тонуса мышц. А про отек у меня есть потрясающий шорт, на который ссылку я оставлю выше, и вы можете его посмотреть и сделать для себя тоже определенные выводы, добавить питание, добавить тренировки, добавить массажи, и у вас будут потрясающе красивые ножки. Итак, давайте, собственно, начнем. Нам потребуется ничего, только собственное тело. И начнем мы с активации внутренней поверхности бедра. Ложимся мягенько. Видели, как я легла? Мягенько, не плюхаемся, не бахаемся. Ложимся так, чтобы у нас на поверхности лежали четко затылок, лопатки и купол крестца. Да, если у вас вдруг укороченная задняя поверхность шеи, вы лежите вот так, то под голову всегда подкладываете какую-то возвышенность, чтобы возможность была выровнять, да, заднюю поверхность тела. Хорошо, лежим и начинаем здесь отводить одну ногу в сторону. И это важно, здесь вдох, а с выдохом возвращать ее обратно. Также важно оставить таз на месте. Таз у нас не двигается за ногой, не наклоняется, поэтому вы руку можете или даже две руки положить на таз и почувствовать, что здесь только отводится нога, таз не наклоняется ни в передний, ни в задний наклон, да, и не наклоняется за ногой. Это вдох, а это выдох. Выдох длинный-длинный, медленный-медленный вдох. И вы можете включать выдох через рот, длинный, со звуком С или Ф. Это будет также подключать мышцы живота, мышцы тазового дна. Мы чередуем ноги. Одна раскрылась, выдох, закрылась. Другая раскрылась, выдох, закрылась. Вдох. И теперь также, сохраняя таз на месте, у нас ручки лежат на тазу и контролируют, что тазичек у нас прям вот на месте. Мы раскрываем обе ноги, это вдох, и это выдох. И просто ощутите, насколько легко или нелегко дается вам это движение. Выполняя данную тренировку регулярно, вы будете отслеживать свой прогресс. Стало ли проще приводить ноги? И еще вдох, выдох, и вдох, и выдох. Отсюда мы с вами вытягиваем одну ногу, подкладываем ручку под голову и перекатываемся на бочок. Вторая нога сверху, и здесь очень-очень важно. Мы лежим, во-первых, будто бы выравниваясь вдоль стен, да, какой-то узкий проход. И вторая очень важная вещь – это положить руку на подвздошную ось
сверху и оттянуть тазовую косточку вниз, потянувшись седалищным бугорком прямо вот вниз. Вы должны выровнять оба бока. И вот на этом вот положении таза мы будем работать. Таз у нас не заваливается, да, очень частая ошибка. Вот вы здесь что-то покачали, да, а на самом деле перегрузили поясницу, да, и не с ногой поработали совсем. Итак, оттянули, здесь у нас стоит рука, контролирует, мы поднимаем нижнюю ногу и при этом чувствуем, что слегка, чуть-чуть, да, тазовая косточка, она потянулась немного к ребрам, но когда мы ногу опускаем, мы чувствуем, как сильнее вытягивается седалищный бугорок вниз, прямо тянемся им вниз, вытягиваем оба бока, хорошо, и это будет выдох, это вдох. Держим длинными оба бока. Это 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Здесь наверху остаемся и начинаем вращать. Потянулись сильнее пятка к потолку. И затем потянулись носком к потолку. Вращаем ногу в тазобедренном суставе, при этом удерживаем длинными оба бока, рукой прямо ощущаем, как тазовую косточку отталкиваем вниз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выровняли ногу и еще 10 раз наверх. Помним, это выдох, это вдох. Отлично, хорошо. Отсюда мы подставляем руку, переворачиваемся, уходим в тейбл-топ позицию. Здесь важно, чтобы ваш живот не проваливался вниз, поясница не проваливалась, выровняйтесь. Угу. И начните скользить той же ногой, с которой мы только что работали, назад. Скользите назад, хорошо, и возвращайте обратно. Несколько раз проскользите по полу с ощущением именно вытяжения. Вытянитесь за ногой назад. Хорошо, это один, и теперь потянитесь еще сильнее за ногой, проскользите ей по полу, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и сейчас здесь останемся, раз, потянулись, здесь остались, и начинаем ногу поднимать, опускать. Слегка мы назад ушли, видите, слишком сильно назад не подаемся. И как у нас была спина, не провисающая поясница, так она и есть. Работает только нога. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, отлично, ногу здесь оставили, вернули нормально центр тела, да, выровнялись, хорошо, здесь ногу согнули, и мы начинаем ее вращать в тазобедренном суставе, сначала в одну сторону по кругу, при этом стараемся таз сохранить на месте, корпус сохранить на месте, еще 5, 4, 3, 2, 1, и в другую сторону, 5, 4, 3, 2, 1, отлично. Здесь мы с вами перекладываемся на другую сторону, и нога, которая у нас работала снизу, теперь будет работать сверху, работать будет она же. Здесь мы с вами опять вдоль стен в узком проходе, будто бы, да, положите снова руку на
подвздошную ось на тазовую косточку, и здесь посмотрите, что вы вырастаете, как красивая лань с красивой осанкой, макушкой тянетесь наверх. Хорошо, и несколько раз попробуйте, оттяните тазовую косточку от себя, вытяните оба бока и схлопните к себе. Снова оттяните, снова схлопните, потяните к ребрам, снова от себя и снова к ребрам. И теперь найдите среднее положение, когда ощущается, что одна тазовая кость над другой. И вот в этом положении мы зафиксируемся и будем работать. И мы начинаем поднимать ногу, с которой работаем, наверх. Сильно высоко поднимать не нужно. Угу. Самое главное, чтобы у нас голень не опаздывала за бедром, чтобы они вместе работали, и чтобы вы не схлопывали. Вот так неправильно. Очень часто, да, выполняете такие движения, и в итоге не получаете желаемого результата. Работаем. 10, 9, не падаем в лопатку в ключицу. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, мы делаем еще 10, и 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, оставляем ногу наверху, и начинаем здесь соединять колено-колено, пятка-пятка. При этом помним, что у нас оба бока длинные, мы не проваливаемся в ключицу, в лопатку, тянемся макушкой по диагональке. И еще 10, 9, 8, 7, 6, 5. Красивые, красивые ножки, если хотите, то работайте. 4, 3, Дева. Один. Оставляем ножку здесь и начинаем сгибать, разгибать ногу в тазобедренном суставе, тянем к себе, но при этом прямо вот соблюдаем, да, эту плоскость, представляем, что по поверхности воды ногу вводим. Угу. И теперь почувствуйте, каково стало вам, да, удерживать как раз вот это вот длину правильную верхнего бока. Если вы до этого выполняли подобные упражнения, но выполняли их бесконтрольно, то, вероятнее всего, вы сейчас чувствуете, насколько вам это дается тяжелее, чем давалось раньше. Итак, еще 10. Не качаемся. 9. Сгибание в тазобедренном суставе. Здесь ни при чем поясница. Еще 7. 6. По глади воды мы вводим ногу, не опускайте ее. Еще 4, 3, 2, 1. Отлично, хорошо, можете себе поаплодировать, но пока рано, у нас еще одна нога есть. Итак, ноги поставьте чуть шире, чем если бы вы их поставили просто в тейбл-топ позиции. Опять-таки не проваливаемся животом и начинаем движение назад. При этом представляем, что у нас, точнее ощущаем, как растягиваются штанишки на попе. То есть мы с вами не подкручиваем таз, а расширяем пространство между седалищными буграми. Это у нас будет вдох. Раскруглили спину, подкрутили таз. Это выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Почувствуйте, как снимается напряжение в области тазобедренного сустава. Чтобы его там не оставалось, нам обязательно нужно вот эту перезагрузку сделать. Еще вдох, выдох и вдох, выдох. Отлично. Ну и у нас есть другая нога, естественно, мы ей тоже должны уделить внимание. Поэтому поворачиваемся на другую сторонку. Угу. Помним про то, что у нас нога вот здесь вот впереди, здесь у нас рука. Мы
лежу на пляжу прямо между двух стен в узком проходе, да, то есть мы вот так вот не сгибаемся, так нам не получится согнуться в узком проходе. Угу. Ручку выкладываем сверху на подвздошную ось и начинаем отодвигать, да, оттягивать от себя тазовую косточку, и можете опять несколько раз так поработать, к себе, к ребрам потянуть таз, и наоборот, да, через седалищный бугорок потянуться вниз, и найдите среднее положение, когда оба бока длинные, и в нем останьтесь. И теперь мы начинаем поднимать нижнюю ногу, и делаем это, конечно, с выдохом наверх, со вдохом вниз. Дышим носом. 10. Прямо каждый раз, опуская ногу вниз, ощущаете, как вы тянете седалищный бугорок тоже вниз, оттягиваете верхний бок. Еще. 7. 6. 5. Вы потрясающие молодцы. 4. 3. Потому что не смотрите, а делаете. 2. 1. Здесь остались и начинаем вращать ногу в тазобедренном суставе. Тянемся носком к потолку, пяткой к потолку. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Здесь не схлопнули бок. 4. 3. 2. 1. И снова вдох вниз, выдох наверх. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Отлично, ногу опустили, руку подставили и поднимаемся в тейбл-топ позицию. Здесь отстраиваемся, опять у нас нет вот такого вот положения. У нас стол, столешница, на которую поставить можно букет с цветами, и он не упадет. Угу. И начинаем скользить ногой, которая только что работала внизу, назад, проскользили, вернули. А теперь проскользили, немного потянулись за ногой, вернулись. Совсем небольшое движение. Проскользили, потянулись, вернулись. Оп, надо еще немножечко продвинуться вперед. Еще раз. И заключительный раз мы там останемся. Оп, потянулись и здесь остались. И здесь мы начинаем работать ногой. Нога прям вот красивая. Представьте, что это не ваша нога, а нога балерины. И вы этой ногой балерины, красивой, вытянутой, тянетесь наверх, прям как струнка получается ножка, да? А если вы делаете вот такое движение, то вы сейчас качаете свою несчастную поясницу, которая и так в процессе жизни отрабатывает за себя и за тех 7 парней. Ага, еще. Что там будет? 5. 4. 3. 2. 1. Помнится, еще у нас 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. И здесь мы остаемся. Возвращаемся на место в тейбл-топ позицию, будто бы, да, сгибаем ногу и начинаем вращение, широкий-широкий круг. При этом у нас таз остается на месте. И это 5, 4, 3, 2, 1 в другую сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, хорошо. Здесь немножечко покачали тазом из стороны в сторону. Отлично. И теперь мы с вами перекладываемся на другую сторонку. Точно так же между двух стен в узком проходе. Не проваливаемся. Можете несколько раз провалиться, встать, да, так часто мы делаем, для того, чтобы ощутить правильность выполнения упражнения. Неправильно? Правильно. Угу. Не проваливаемся. Лопатки включиться. И теперь точно так же движение тазом. Неправильно. Оттянули.
Неправильно. Оттянули. И теперь нашли среднее. Оп, нашли среднее, в нем остались два длинных бока. Тазовая косточка над тазовой косточкой. Хорошо, и мы начинаем поднимать ногу наверх. 10, 9, 8. Подъем, это выдох. Пять, четыре, три, два. И помнится, у нас еще одна десятка. А если я ошибаюсь, то потом просто переделайте. Я надеюсь, что вы не единственный раз сделаете данную тренировку. Вы будете к ней обязательно возвращаться вновь и вновь, наблюдая, как меняются ваши ножки. Но не забывая про то, что составляющая красивой фигуры 60% – это ваше питание. И, помимо прочего, массаж. Массаж тоже. Стоим здесь и начинаем вращать нога, колено, колено, пятка, пятка. Колено, колено, пятка, пятка. При этом не забываем про то, что здесь у нас рука оттягивает тазовую косточку для того, чтобы бок верхний не схлопывался. Еще пять. Четыре, три, два, один, остались, и нога вперед, и назад, сгибание, разгибание в тазобедренном суставе, а не в пояснице. Скользим по глади воды, будто бы, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично, ножку положили. Разворачиваемся. Ноги поставили чуть шире. И точно так же начинаем уходить назад, ощущаем, как пространство штанишек на попе растягивается. Это говорит о том, что у нас расширяется пространство между седалищными буграми, а мы не подкручиваем таз. Вот такого движения здесь не должно происходить. А теперь мы намеренно производим это движение и сгибаемся в спине и уходим вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, и вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. И теперь самое потрясающее, что вы можете сделать для завершения данного комплекса, лечь вот таким вот образом на спинку снова. Хорошо, ножки вытянуть, поднять. Можно слегка протрясти чуть-чуть, можно чуть-чуть сделать такое вращение в тазобедренном суставе, сбросить напряжение. Хорошо, теперь напрягаем ноги, лежим в уголке, разводим и сводим. И это у нас вдох, это мы еще не расслабляемся, не переживайте, это выдох. И вы также можете положить руки теперь уже на живот в том числе, чтобы выдох был длинный, шумный и не собирал вам живот в домик. Это вдох. А это выдох. Уплощайте живот на выдохе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, два, и последний, один. Ноги к себе подтянули, захватили, посмотрите, со внешней стороны, развели в стороны, и просто лежим и расслабляемся. Самое главное, чтобы у вас стопы были направлены к потолку, и руками прям посильнее раскрывайте бедра, ощущаете, как
приятно тянется внутренняя поверхность бедра в том числе. Покачивайтесь, как лодочка, для того, чтобы замедлить ритм сердца, замедлить дыхание, насладиться ощущениями в теле, таким послевкусием. И остановитесь еще или жим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мягко ноги собрали, качнулись и привстали. Это далеко не все упражнения, которые могут быть направлены на внутреннюю поверхность бедра, на внешнюю поверхность бедра. Их огромное множество. Есть и стоя, и сидя, и лежа, и как угодно, как хотите. Каждый день в моем конструкторе красоты тренировки не повторяются. Тело, шея, лицо. Просто представьте себе постоянно новые тренировки, которые тренируют, соответственно, не только ваше тело, но и ваш мозг. Вы начинаете мыслить вообще иначе. Хотите в конструктор красоты? Ссылку на него оставлю ниже, здесь, в комментариях, в описании. Обязательно почитайте все, изучите и сделайте для себя вывод. Хочется работать со мной на постоянной основе, не хочется работать со мной. Но если вы все-таки хотите узнать тот самый главный секрет жиросжигания, тогда проявляйте активность. Комментарии с вас, лайки с вас и подписка на канал. Ну, конечно, тоже с вас. Все, пока!